Следующий материал для тех, кто когда-нибудь сталкивался с продажей или покупкой недвижимости. Процесс этот хлопотный, долгий и трудоемкий, особенно если проходить его в одиночку. Как сократить время, сохранить нервы и не потерять в деньгах? Мы узнавали вместе с экспертами одного из владимирских агентств недвижимости. Риэлторы уверены, со специалистами не стоит бояться даже сложных сделок. Подробности далее. Продажа квартиры – дело хлопотное. Если вы решили действовать самостоятельно, готовьтесь потратить много времени и сил. Сначала определяйте рыночную стоимость жилья. Изучайте аналогичные предложения в интернете, закладывайте в стоимость сумму ремонта, учитывайте расположение дома и инфраструктуру. Только на это уйдет не один вечер. Потом нужно сделать фотографии, разместить объявление о продаже в интернете и газетах. Если квартира найдет покупателя, собирайте документы, устраивайте осмотры и торгуйтесь. Но сэкономить время и нервы можно. Что мы делаем, когда вы приходите к нам? Для начала мы готовим квартиру к продаже. Делаем оценку, определяя ее рыночную стоимость. Даем рекомендации по предпродажной подготовке. Создаем рекламную кампанию квартиры, привлекая всех покупателей. Профессионально организуем показы и презентацию квартиры. В этом случае все, что понадобится от собственника квартиры, лишь прийти на сделку для заключения договора купли-продажи и получить деньги. Свои подводные камни есть и при покупке жилья. Не хотите, чтобы новоселье обернулось головной болью? Обращайтесь к проверенным агентствам недвижимости. Для них репутация важнее, чем связь с сомнительным проектом. В первую очередь мы сопоставляем ваши желания с вашими финансовыми возможностями. Подбираем возможные варианты из всей базы объектов. Организуем просмотры. Проверяем юридическую чистоту квартиры. Торгуемся с продавцом, если это необходимо. И ни за что не позволим вам переплатить за квартиру больше ее реальной стоимости. Но что делать, если с объектом вы определились, только вот денег на покупку квартиры нет? Лучший выход – ипотека. Но и тут специалисты не рекомендуют сразу бежать в банк, где обещают самые выгодные условия. Помните, большинство условий пишут под звездочкой. Так даже самое выгодное предложение может оказаться лишь рекламным трюком. Мы обладаем полной информацией по условиям кредитования всех банков нашего города. И подберем для вас наиболее оптимальный вариант, исходя из ваших возможностей и пожеланий. Кроме того, мы имеем ряд преференций в работе с некоторыми банками и можем предложить уникальные условия именно для вас. Еще одна опасность, которая ждет покупателей, если они самостоятельно выбирают квартиру – юридические проблемы. Вам предстоит потребовать с продавца уйму документов, начиная от счетов за коммуналку, чтобы не взять жилье с долгами, и заканчивая списком собственников. То же касается и покупки квартиры с помощью материнского капитала или перепродажи жилья, за которое еще не выплачена ипотека. Мы проводим правовую экспертизу документов, сопровождаем сделки любой сложности, которые связаны с использованием средств материнского капитала, кредитных средств и с участием несовершеннолетних граждан. Мы гарантируем законность и чистоту вашей сделки, что в будущем позволит вам избежать каких-то сложностей и проблем. Операция с недвижимостью – это всегда хлопотно и долго. Избежать проблем и сэкономить время помогут в агентстве недвижимости «Иофа и партнеры». Для этого нужно всего лишь позвонить по телефону 46 11 22 377 022 или зайти на сайт iofapartners.ru, где можно оставить заявку для обратной связи.